Я Джерика Бентон, и у меня самая заурядная жизнь. Не забудь взять пакеты. Мы с моей сестрой Кимбер живем у тети Бейли с ее двумя приемными дочерьми. А вот и она. Спой одну из своих песен. Хватит меня снимать. Каждый из нас порой хочет проснуться другим человеком. Я хочу сыграть свою песню. Она мне еще спасибо скажет. Ты просто обязана это увидеть. Что? Невероятно, это я? Твоих рук дело, Кимбер. Теперь не придется всю жизнь сожалеть, что когда-то ты упустила свой шанс. Крутейшая студия в мире хочет заключить с нами контракт. Мы станем знаменитыми! Добро пожаловать в Starlight Enterprises. Его зовут Рио. Привет, девчонки. Отныне ты больше не Джерика. Джем. Тебя будут звать так. Мы изменим вашу походку, голос и внешность. Это мы? Нет, это фотошоп. Весь интернет только и говорит о Джем. Джем и ее сестры кардинально сменили имидж. Наша песня! Что? Офигеть, мы на радио! Я и представить не могла, что стану абсолютно другой Джерикой. То есть Джем. Весь мир хочет знать, кто ты такая. Вас не может быть четверо. Звезда всегда одна. Ты нас выгоняешь? Забыла, что мы одна семья? Это только начало. Джем, которую они хотят видеть, не существует. Даже когда весь мир против тебя, ты должна доверять самым близким людям. Я все исправлю. Пойдем, Джем. Зажжем, сестренка. У каждого из нас есть альтер-эго. Кто ты на самом деле? Джем и голограммы. Моя дочь убьет меня, если я не возьму автограф. Без проблем. Она с ума сойдет. Прямо на руке? Да. Как ее зовут? Можете просто написать Стивен.